На очередной сессии депутаты обсудили 20 вопросов. Один из первых – бюджет. Сегодня республиканский бюджет предоставил нам около 1,5 миллиарда рублей городу. Деньги направятся на погашение долговых обязательств по коммерческим кредитам в сумме 1,258 миллиона рублей и для погашения кассового разрыва в сумме 228 миллионов рублей. Было принято решение освободить организации, занимающиеся модернизацией коневодства, от земельного налога на 5 лет. Это коснется в первую очередь республиканского ипподрома на Верхней Березовке. Ряд вопросов касался градостроительной сферы. Депутатами единогласно было принято решение о капитальном ремонте подъезда к проходной авиазавода по улице Гастелло и строительстве новых дорог к будущим детсадам на улицах Боевая и Конечная. Там единственное, нужно предусмотреть... Территория новой застройки задевает придомовую территорию и исключить возможность проезда потоков от транспорта по придомовой территории. Там достаточно сложный такой участок придомового пространства, поэтому надо запрещающие знаки, там проезд сквозной или как-то. Вот так порешали вроде бы, если так будет нормально. Нововведения коснулись и благоустройства. Во-первых, разработан единый стандарт подрезки деревьев. Во-вторых, теперь собственники земель будут обязаны не только поддерживать чистоту, но и следить за состоянием дорог на прилегающей территории на расстоянии до 10 метров. Прилегающая территория – это территория в пределах 10 метров от его собственности. Отдельно оговорили, попросили внести коррективы, что в пределах 10 метров, но до тротуара и до проезжей части, то есть, до, условно говоря, до муниципальной собственности. Родителям школьников из отдаленных микрорайонов теперь будут компенсировать затраты на проезд детей к месту учебы и обратно. Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном транспорте учащихся носит заявительный характер. На данный момент поданы заявки от школ 63 54 и 57. Расстояние между общеобразовательными организациями и местом проживания детей составляет более 3 километра. Очень много вопросов у нас было. Сессия непростая была для всех нас. Сегодня на сессии нашей были рассмотрены 20 вопросов. И вопросы касались и городского бюджета, и земли, касаемо 601 закона, по новым правилам благоустройства, изменения в устав и прочие вопросы. Марина Михалева, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.